Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything. Привет, песеры, с вами Морж. 20 октября у нас на календаре. Игра обновилась, и давайте смотреть, что же нового хорошего нам завезли. Конечно, стоит сразу отметить, что нам надавали кучу халявных паков. А вот хороши они, ну, я бы так не сказал. Кроме, конечно, бесплатной крутки эпиков Ювентуса. Кому-то 100% повезет. Несколько человек мне уже написали, что поймали с халявной крутки, собственно, эпика. И, конечно, я их с этим делом всем поздравляю. А, значит, соревнования у нас обновились. Как обычно, добавили ивент против ИИ. Обязательно его проходите, получайте бесплатную крутку на команду недели. Лишней не будет. Тем более, команда недели сегодня у нас очень своеобразная. Само собой, я ее открою. И надеюсь, что интересные игроки мне отсюда выпадут. Эпики Ювентуса, само собой, большой покопанинг будет завтра. Вот, сейчас мы просто крутанем бесплатную, ну почему бы и нет, а вдруг выпадет. Все здесь игроки очень даже хороши, единственное, в Дель Пьера меня смущает стиль классическая десятка. У Недвида смещение с фланга, может он стать и на левого, и на правого, и на атакующего, и на центрального, но стиль будет работать только на левом и на правом. Ну и Давидс возвращается в нашу игру, был у нас уже он когда-то в Песе, потом пропал, теперь возвращается со стилем разрушитель, статы на первом уровне шикарные. Полную прокачку, конечно, еще надо смотреть, сайты пока не обновились. Давайте сделаем бесплатную круточку, ну а вдруг зеленое сияние мне сейчас как выдаст, ага, конечно, наворотник мне, судя по всему, выдаст, будет у меня атакующий полузащитник из Лацио, который сразу же у нас идет в расход, нахрен он мне не нужен, на самом деле, потому что он у меня уже есть и полностью прокачан. Выдали нам Индонезию, Малайзию и Таиланд, по 3 крутки сборных, мы готовимся к чемпионату мира, само собой, поэтому Konami проводит вот такие кампании, все 3 сборные, мягко говоря, ни о чем, но что интересно, сделав 3 крутки, вы еще можете сделать 8. То есть, по сути, можно влупить золото и поймать всех. По команде недели. Значит, у нас Салах со стилем охотник за голами и на позиции центральный нападающий. С потрясающим умением атаковать, с классной реализацией, с классной скоростью и ускорением и отличным балансом. В принципе, может быть достаточно интересно. Но одно но, конечно же, есть. Потому что всегда у нас есть какое-то но. Да, кстати, физическая форма стабильная, что очень даже классно. Смотрим на навыки. Вот вроде все хорошо, но чего-то не хватает. Можете написать в комментариях чего. Я сделаю такую секундную паузу. Конечно же, ударов без подработки. Для центрального нападающего это критически важный навык, но его нет. Также отсюда можно поймать Тадича. Кто смотрел чемпионат у кричащего творча, явно будет ловить этого парня и ставить на ЦН. Вот поверьте, там был просто разрыв. Вот, Ник, привет, кстати. Также у нас Данила есть со стилем разрушитель и на позиции центральный защитник, хотя он номинально вообще правый защитник у нас, тоже сменил позиции, а вот статы, ну, агрессия 68 у центрального защитника, как мне кажется, это днище днищенское. Да, при этом есть классная скорость и ускорение, но 68 агрессии, ну, серьезно, для ЦЗ, ну, это днище. А также мне нужен Шупомотин, у меня есть Бавария на этом аккаунте. Вот, и в принципе обычная его карточка, ну, явно не блещет, поэтому хотелось бы вот такую просто его заменить. У Баварии беда с центральными нападающими, поэтому хоть что-то, чтобы было. Ну, одна бесплатная попытка, 3 платных попытки, надеюсь, более-менее что-нибудь интересненькое мне отсюда даст. Да, напоминаю, что если ты хочешь задонатить на мобилку, на Android, с российских карт, то в описании, в закрепленном комментарии, ссылка на мою личку в Телеграме, пиши, с этим я тебе могу помочь. А начинаю я с Лиги 1. И явно какое-то говно мне выпадает. Прям говно. Первый пак идет Кома. Выпадает мне терьер. Может быть Фокс терьер, может той терьер. Короче, собака. Какая-то собака сутулая мне выпала, которая, естественно, мне не нужна. Второй пак. Так, мне нужно Шупомотина, мне нужен Салах. Барелью можно, Вальверде можно. Испания, может, Вальверде мне выдаст 5 звезд, но там есть еще этот опорник. А, судя по всему, он мне и выпадает. Нахрен ты мне нужен, Карвалия, если я не ошибаюсь. Это товарищ, да, Вильям Карвалия. Но тут, конечно, тоже явно мимо. Что ж, третий пак, и пока меня команда недели, ну, не радует вообще от слова совсем, а из команды недели хочется ловить игроков, потому что их не надо прокачивать, и даже думать не надо, как им раскидывать статы. Англия,
4. Салах явно 5-звездочный. Салах явно 5-звездочный. Кепа мне выпадает. Кепа Аризабалага, вратарь Челси. Но тоже он мне абсолютно не нужен. И одна попытка всего остается. Шанс 1 к 8, что мне выпадет Салашок. Хотелось бы. Хотя, наверное, мне бы больше Шупа-Мотин был сюда нужен, потому что здесь Бавария. Но для этого мне нужно, чтобы никакой лиги не было вообще. А лига есть. Тадич, да. 5-звездочный, естественно, Аякс. И Тадич мне выпадает. Ну что ж, на самом деле, попробую его на центральном нападающем. Просто после того, что я увидел, что он сотворил в финале турнира у Никиты, его явно нужно пробовать на позиции центральной нападающей. Да, команда недели на самом деле печалька. Надеюсь, вам везет больше. Кстати, да, по сборным хотел, ребят, добавить. Смотрите, здесь нужно всегда читать подробности. То есть сейчас у нас Индонезия, Малайзия, Таиланд. Нам это не интересно, но смотрите надпись. Запланированное пополнение списка особых игроков — Турция и Италия. Если нам точно так же дадут по 3 бесплатных крутки Турции и Италии, и 8 еще можно будет сделать за голду, то есть забрать всю сборную. Турция, конечно, такое себе, а вот Италию, я думаю, заберут многие. И при этом, я думаю, что потом будет у нас и Франция, и Германия, поэтому копите золотишко, ну, либо донатьте золотишко, если у вас есть такая возможность, и можно будет собрать полные сборные, так сказать, из фиолетовых карт. Ну, у нас они назывались фиолетовыми, я продолжаю их называть фиолетовыми. В общем, вот такой покопанник у меня получился, днище днищенское, конечно, но что поделать, это рандом. Нужен донат в ЛС в Телеграм. Просто нужна информация. Просто в мой Телеграм, где я пощу всякие новости. Ну а с вами я прощаюсь до завтра. Завтра, конечно же, откроем эпиков. Надеюсь, вам реально везет больше, чем мне сегодня. На этом прощаюсь. Как всегда, морж. Как всегда, пока-пока.